девушки, женщины, вот все, кто сейчас смотрит меня в интернете или по телевизору, я хочу вас поздравить с 8 марта и сказать, что вы все заслуживаете быть самыми счастливыми. Главное, давайте себе этот шанс. И давайте нам, мужчинам, шанс сделать для вас что-то, стать для вас теми рыцарями и принцами, которых вы ждете. Дайте нам шанс успеть подбежать, открыть вам дверь. Не вылезайте из машины, как только она остановилась. Дайте нам шанс помочь вам застегнуть платье, когда оно на вас. Снять его. Дайте нам просто шанс быть для вас. Потому что мы мужчины, мы довольно тупые существа. Нам нужно немножко времени, пока процессор действует. Вот просто немножечко тормозните коней чуть-чуть. И мы будем для вас самыми настоящими рыцарями и принцами, которых вы ждете. С 8 марта вас.